Теоретики моды характеризуют casual как повседневный стиль одежды с акцентом на удобство и практичность. И в рамках этого широкого направления можно создавать самые различные образы. Идею повседневной женственности выражает платье. Трикотажное, комфортное, очень практичное. Оно меняет свой характер в зависимости от того, в каких сочетаниях подается. Совсем другое настроение у трикотажно-джинсовых сочетаний. В них меньше изысканности, зато больше динамики. Помимо пуловеров и кардиганов, в этом сезоне дизайнеры предлагают вариации на тему пончо, палантины с рукавами и накидки с завязками.